Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ник, и мы умираем в Бравл Старс, собственно. Да, я решил так вот спонтанно начать что-то, решил поиграть чуть-чуть и передумал. Решил записать. Угу. Блин, фак, у нас все очень плохо, вы просто посмотрите на ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Я случайно нажал на кнопку играть, прежде чем включить запись, и поэтому мне пришлось включать запись во время игры. Да, и я успел уже сдохнуть, как вы могли заметить, то есть я воскресал. Ух ты, блин, наш союзник кого-то убил даже, вот это было... Нет, ну почему опять робот рядом со мной? Ну вот, да, спасибо, там чувак появился, он отманит робота, если что. Блин, как мы... Наш Степан, кстати, офигенно кайтит противников с 7 энергиями, но при этом он наносит им настолько мало урон, что им достаточно отойти отхилиться, поэтому я не вижу смысла драться с ними на самом деле, Степан. Пошли лучше найдем очки, потому что без очков мы просто сдохнем сейчас с тобой, я тебе реально говорю, потому что мы ничего не можем сделать. О, Степан убил кого-то. Серьезно, ты убил того чувака с 7 хп? Нифига себе, ну у нас последняя команда осталась, что я могу сказать. Угу, там они босса, как я вижу, разносят. Ну, какие у нас шансы, пацаны? Как вы думаете? Я думаю, не очень большие, мягко говоря. Наш союзник хоть и вернется, но смысл-то? Ну, вернется он, Степан. У нас 4 очка, что мы сделаем-то с ними? У них там 20 с чем-то, то есть вы понимаете, да, вот эту всю боль и безнадежность ситуации. Так, Степана опять порешали. И, собственно, что мы делать будем? Угу. 13 тысяч здоровья, у меня 6. Плюс 10. Что я вам сделаю? Угу, могу убежать. В смысле? Там было написано, напарник вернется через 15 секунд второй раз? Серьезно? То есть вы видели, мой напарник должен был сейчас появиться, да, мы не должны были проиграть, но, как бы, ладно, давайте теперь уже нормально начнем, собственно, погнали. У меня, кстати, новый скин на Шелли, как вы можете заметить, это если вы вошли в игру, ну, зарегистрировались в игре раньше, чем 2019 год наступил, вам дается такой скин, вы можете промотать у скинах Шелли, если это так, то получить его. Давайте этот сундук заберем, отличный у меня союзник, кстати, очень неплохо себя показывает. Так, Браул, кстати, этот, как его, Бул, забыл, не Браул, а Бул, он у нас, собственно, Так, будем его брать, а? Как ты думаешь? Или займемся игроками? Я предпочитаю... Ахмед. Ахмеда убить, по сути, можно. Так, не дамажь этого чувака, нам надо дамажить, знаете кого? О, отлично, красиво, братан, офигенно! Вот это было четко, это было мега четко! Это охренительно было, чувак. Вот за это я и люблю офигенных союзников. Так, у нас монстр. Вот, точнее, босс. Давайте мы его с вами завалим. Так, молодец. У нас будет охренеть, сколько очков получается. Дофига. 13 целых, и у нас есть все шансы сейчас на победу. Угу. Такс. Пошла жара. О! Бедный дроп... Все нормально, Никита, да? Так, раз, два, три... Немножечко задамажил, у нее 8 очков, надо быть аккуратнее немножечко с ней. Она ждет, когда воскресится ее союзник. Так, я вижу тебя. Пошел вон. На, получай. Так, добили ее, отлично. Ах ты ж, притягушка вот эта дурацкая. Все, наши очки были потеряны. Все плохо, надо отступать, реально. У них сейчас очень большие там проблемы. Но у нас 14 очков с другой стороны. У нас есть шансы на победку. Так, они не знают, наверное, где я все-таки по итогу. Нет, знают. Так, минус один хотя бы. Нормальная тема. Не-не-не-не-не-не-не-не, я уже отхилился, я уже пойду на тебя рашить. Я не буду сидеть там до того момента, как ты придешь и убьешь меня, чувак. Это так не работает. Так, отлично, Шелли у нас опять победила. 32 очки. Какой опять? Первый раз получилось у нас победить, собственно. Давайте мы откроем еще сундучок. 18 для Барли, для Дэрила и, собственно, немножечко всяких различных очков. Этого у нас 234 монетки. Я уже сегодня собрал ежедневные награды. Там ничего интересного не было. Очки силы и монеты 12 штук. И, по-моему, даже кристаллов не было. Так что ничего интересного там. А, билетов было парочка. Ну и все на этом. Собственно, давайте сыграем в другой режим какой-нибудь. Допустим, во что бы сыграть, я вот думаю. Давайте в Броубол за Шелли попробуем также сыграть. Вдруг получится.
Идет поиск игроков. А мы, собственно, продолжаем. У нас тут Фрэнк, блин, неприятный вот этот вот пацан, конечно, Барли. Будет вот именно вот эту дичь делать. Блин, мне показалось, что я это был вот этот Nice Guy 35. А оказывается, я был в центре. Серьезно? Ты прикалываешься, чувак? Серьезно решил так затащить? Фак, немножечко меня... Да ты охренел, ну как он стреляет-то, капец вообще? Давай, Макгай. Блин, Барли вообще отвратительно стреляет. Вот это просто выбешивает меня, серьезно. На, получайте. Нифига себе, вот Фрэнк очень жирный. То есть вблизи, это один из моих самых, таких сказать, серьезных проблемных противников. Потому что я ничего не могу сделать ему, по большей части. Что меня... Барли! Я ненавижу тебя, Барли! Серьезно, самый отвратительный персонаж в команде противника вот на этом режиме, это просто, он просто подсирает, он сам ничего не делает, он только подсирает другим. Да фак, не успел задефендить мяч. А у нас команда такая, знаете, посредственная получается, мы только вблизи можем драться. А у них вблизи пацаны как раз таки заточены на то, чтобы драться вблизи против нас. Ну, считая Барли, конечно, это вообще капец полный. Так. Нам надо, по сути, забить сейчас гол, но я не знаю, где противники будут. Нам надо сейчас аккуратно очень играть. Не знаю, видно, что я, где у меня мяч или не видно. Мне кажется, нет. Дух, нихрена ж себе, это Overmind Game, блин. Пошел вон отсюда, чувак. Давай, забивайте. Да вы издеваетесь, когда вы успели? А ну пошли вон, Барли, пошел нахрен. Да фак, ну блин, ну чуть-чуть промазал. Надо было просто тапать, а не наводиться. Потому что там, как это, знаете, криво сработало вот это наведение. Блин, нам надо забить. Ну фак, ну чуваки, ну я один, блин, сдерживал их. Я один пытался забить. Вы что, не можете, блин, втроем, что ли? Вдвоем, точнее, просто отобрать у них мяч и забить? О, пошла жара. Так, Барли, иди сюда. Да блин, потратил супер ради того, чтобы просто отопнуть мяч. Ну ты сволочь, конечно. Отлично, 1-1, счет жесткое противостояние у нас идет, но тем не менее мы затащили с вами. Так, Барли решил. Вы серьезно? Вы вот сейчас серьезно? Вы все куда побежали? Охренеть можно, они просто пропустили чувака, он просто побежал вперед и забил гол. Это было мега отстойно сейчас. Я требую реванша за того же самого героя, ничего не знаю, короче. И опять же, опять эти чуваки, ну почему опять Фрэнк? Ну почему вот единственный персонаж, которого я не могу, блин, забить издалека либо в упор? Так и так не могу, блин, фак, меня забили. Ясно. Очень противные команды, блин, очень жирные противники всегда против нас. Не-не-не-не-не-не-не-не, пошел вон. Дурацкая турель! Бесячая меня. Я думаю, вы забьете тех пацанов, которые там... Да вы издеваетесь, вы там вдвоем не смогли просто остановить чуваков, у которых не было здоровья, вы что, прикалываетесь? Охренеть можно. Так, пошли вон. Сразу супер прожал, тут меня ящики спасли, конечно. На, пошел к черту. Вы там забьете, я надеюсь, оставшихся-то, я думаю. Так, молодец, это он хорошо придумал, кстати. На, получай. Блин, отдал им мяч, но это ничего страшного, так и должно быть. Так, он этот использовал, как его? Супер заюзал, поэтому ничего страшного. Я восстанавливаю сейчас здоровье, именно поэтому не стреляю, плюс у меня патроны будут. Давай! Да ты пошла вон, давайте вали отсюда. Так. Да фак, как вы задолбали, блин, почти забил, немножечко не хватило. Счет, кстати, 0-1, мы проигрываем, надо забивать. Если бы мои союзники хотя бы чуть-чуть мне помогали, ну серьезно. Помогайте, чуваки. Они просто, знаете, они могут отвлекать противников, да? Но чтобы вот прям затащить и кого-то убить там, нет, это для них что-то невообразимая какая-то, блин, задача. Все. Да ни хрена ж себе, как ты, блин, поймал-то? Где мяч? У кого мяч? Нита, куда ты его несешь? Куда ты его несешь? Нита, куда ты его несешь, этот мяч? Зачем она отнесла его от базы? Надо было забивать, у нас был такой шанс. Если бы не этот чувак Фрэнк, как он вообще? Пошли вон. Давай, кидай его.
наконец-то, господи, слава тебе, господи, забили. Еле-еле, вот, молодец, что он кинул, у него супер был готов, и он решил им воспользоваться по прямому назначению, так сказать. Так, давайте турельку вынесем, и, собственно, пойдем дальше. Сейчас будет дополнительное время, надо успеть до дополнительного времени забить гол. Отлично, изи вин. А то там заново начнется и уберутся препятствия с зоны. Но я звездный игрок, естественно, потому что больше всего урона нанес, блин. Также получаем звездный жетон и переходим, собственно, к другим режимам. Надо и там звездные жетончики с вами получить. Немножко таких тоже жетонов получим. Ну и погнали. Я, кстати, думаю, время сменить героя. То что-то я зациклился на Шелли. Давно за нее не играл просто. Можно сыграть за... А, я забыл вам сказать, у меня же появился новый герой, или даже два целых новых героя. Это Дэрил и Брок. Чуть было не забыл, я их получу, по-моему, вне записи. Давайте за них и поиграем, собственно. В Броуболе хорош, кстати, вот этот бочонок, а в... Как его? В других режимах больше Брок. Особенно Брок хорош, вот как вы видели, в награде за поимку. Когда он меня за... Когда я играл за дробовичника, меня, это, сказать, издалека бил. Он вообще издалека очень прикольно бьет, мне именно в этом он нравится. Но супер у него очень косой, это просто невероятно косой супер. Сейчас я покажу вам, собственно, насколько косой его супер, и насколько за него, по сути, иногда бывает сложно играть. Особенно, если у вас противник, какие-нибудь дальнобойные бойцы выступают. Тот же вот самый Брок, тот же вот этот подрывник или какие-нибудь техники. Но, в общем, самые длинные дистанции, которые стрельбы. Еще там, знаете, вот эта вот бабочка, бабушка, баба с зонтиком, короче, ходит. Так, Брок косой, но у противника. Потому что он не целится, он тапает вот так вот. Не делает, как я. Ауч. Не очень было. Кстати, вот с тактикой игры за вот этого пацана, как его сказать, за подрывника, я уже ее понял. Это надо, короче, просто... Че против подрывника? За, я не знаю как. Надо идти просто на него, если вы идете на него. О, смотрите-ка, у них, кажется, АФК-ша. Не повезло пацанам, сочувствуем. Давайте вот эту запустим. Видите, насколько косой у него супер? Он не всегда попадает, мягко говоря. На, получай, Брок. Минус наш, скорее всего, хиллер сейчас будет. Но надо постараться его спасти. Да, получилось. Но его сейчас вот этот подрывник. Короче, надо просто бежать на него. Это секрет победы, так сказать. Так, минус Брок пошел там. У них присоединился, наконец-то, к игре их пацан. Но мы уже его... Вряд ли сможем проиграть в такой ситуации. Так, давайте супер запустим. Я, конечно, понимаю, что это растрата супера на одного игрока запускать, но при этом не совсем. В общем, как играть против дедка? Вот смотрите, он кидает, да, а мы просто идем на него, и он не попадает. Вы понимаете? Он просто жмет, он не целится, опять же, как это обычно бывает. И поэтому он страдает. Видите, он почти никогда не попадает. Если вы будете бежать от него, то он, наоборот, будет вас чаще попадать. Поэтому тактика игры против него — это бегите на него, если не угрожают другие соперники. Только что, вот смотрите-ка, мы проиграли, то есть умерли из-за того, что его поддержали другие пацаны. Можно запустить вон туда хрень какую-нибудь. Давайте так и сделаем. Правда, там уже убили наши чуваки того пацана, который прятался в кустах. Так, это опасно. Вот эта штука, она может заваншотить. Надо быть аккуратнее с этим. Если у вас не очень много здоровья, она всегда ваншотит. А некоторых героев она ваншотит чисто по своему, так сказать, оригинальному урону. То есть она может реально с полной колонкой жизни заваншотить какого-нибудь из самых слабеньких героев. Это вообще жесть полная на самом деле. То есть я уже был застигнут этим врасплох. Давайте возьмем себе нового бойца, тогда мы еще не посмотрели с вами бочечку, а именно Дэрила. Сыграем им в обычный самый режим, то есть в захват кристаллов. Не знаю, как он себя покажет. Я за него сам играл всего один или два раза, то есть я вообще не умею за него играть, по сути. Но, как я понял, он агрессивный. То есть даже несмотря на то, что он жирный и, по сути, являться должен танком, он должен играть агрессивно. Ну, блин, а можно меня-то? Чё она полетела? Я остался, я не хочу так это. То есть вот так вот, о-бац, и идем штурмовать сразу же. В упор просто бац. Потом супер надо использовать сразу же, как только он накапливается, чтобы подойти к противнику вблизи, снова начать атаковать его и так далее и тому подобное. То есть, по сути, он очень агрессивный. Плюс супер можно использовать, чтобы перемещаться также быстро к противнику, либо же к определенной зоне, куда вам надо. Хочется переместиться, скажем так. Так, Барли, я вижу, там сидит. Блин, дурацкая турелька все видит. Так, давайте я убегу. Небо отхилится. Нифига себе, как это на меня не попало. Прям в меня же зарядило. Ну ладно, окей. Ой, я случайно. Это было не запланировано. Так, танкуем.
Не успел. Блин, чуваки, заби... Где наши... Не все умерли, ну серьезно, я тупо затащил только что, хотя почти затащил. Если бы они... Но... Вот это было, чуваки, вообще не очень. Это было вот вообще прям, ну... Куда ты сделал? Зачем в ту сторону? Я не понимаю тебя иногда, чувак. Обратный отчет пошел у команды противника, это плохо. Надо забить их, надо их забивать сейчас, как ни крути. А я ничего не смогу сделать один, мои союзники опять все умерли. Да, ясно, короче, все понятно, короче, с моими союзниками. Они просто все умирают и ничего не делают. В итоге я один, короче, иду на противников и сливаюсь. Естественно, когда надо рашить, они все умерли уже давным-давно. И не даже не пытаются рашить, не считают, о, мы победим без победы. Охренеть можно просто. Ладно, давайте еще раз попробуем. Надеюсь, в этот раз мне дадут команду более нормальную. Люблю играть один, не люблю вот это вот... Союзники, блин, дурацкие. А этот герой, он командный, он не умеет играть чисто один против всех. Точнее, может, как бы, теоретически, но как бы и нет, потому что у него не так уж и много здоровья. Так, спасибо, только ты меня не лечишь обычными выстрелами, ты должен стрелять супервыстрелами. У них, кстати, такой же герой, как у меня, это замечательно, потому что я смогу хотя бы... Серьезно, подрывник пошел в упор драться. Так, ладно, бежим на него. Ой, это плохо было сейчас. Фак, чуть-чуть не хватило добить, добейте его. А, мы все умерли, ну ясно, понятно, конечно. Я все понял, как играет моя команда снова. Просто умирать, особенно вот ракетчик, это просто божественно. Как он может умереть, я, для меня это до сих пор вопрос. Так вот надо играть против взрывника. То есть просто идти рашить его. Фак, откуда здесь этот чувак взялся? Прямо на нашей базе, серьезно? Так, ну нам насрать, нам в принципе надо чисто кристаллы забрать. Нам не нужно вот это вот особо круто, знаете, тут выписывать пируэты, там, нагибать и тому подобное. Мы просто сейчас, опача, еще один кристаллик, и все, можно сваливать, по сути. Так. Не-не-не, чуваки, это так не сработает. Так, пошел супер, но он промазал, все, изи вин. Я все кристаллы, короче, забрал у всех игроков и просто выиграл. Я просто, знаете, так уже придуриваюсь по большей части. Я понимаю, конечно, я могу умереть, но почему бы нет? Не поиздеваться над противниками, не по... Как сказать? Как это называется? Байт? Не байт, как же это? Забыл, короче, термин, как это называется. О, у нас сундучок, давайте откроем, посмотрим, что у нас есть. Давай, герой, хочу героя. Монеты, очки силы, никакого героя себе нет. Ну, мне вчера два выпало, поэтому это и так нормально. Один выпал вот здесь, вот в наградах за... в наградах, короче, выпал, это боец Брок, видите, за 1000. А второй у меня выпал, по-моему, просто из сундука какого-то. Ну, это достаточно обычный персонаж, поэтому ничего удивительного. Ладно, давайте выберем еще какого-нибудь бойца, сыграем в еще один режим. За Пенни хочу. Пенни и режим, давайте выберем, какой мы хотим режим. Давайте награды за поимку, веселый режим достаточно. За Пенни играть у него на самом деле достаточно сложновато, потому что у нее не очень много здоровья. И здесь не очень много зон, где она может, по сути, нормально дамажить с помощью своей мортиры. В основном ее везде будут быстро разносить, поэтому будем играть аккуратно. Но у нее есть сплэш, так, минус один, это уже хорошо. Ауч, косой. Так, отлично, пока все нормально, пока, в принципе, мы неплохо задамаживаем противника, они там отхилились, это не страшно. У них вон союзник очень агрессивно один играет, поэтому... Так, блин, ну разнос... Серьезно, за два выстрела полностью мортиру уничтожу, что это такое вообще было? Блин, отвали от меня! Вы можете мне помочь убить вот этого хиллера? Нас хиллер прессует, вы что, не понимаете, что ли? Так, минус один хотя бы, это есть, это хорошо. Так, тут где-то прячется... Один нехороший человек. Так, кактус меня сейчас сольет. Да, с двух сторон все-таки это было сложно как бы затащить. Но наши тоже, в принципе, валят противников, так что неплохо все. Да, молодец, притянул меня, когда уже умер. Мне даже это на руку, получается, играет сейчас. Давайте я закину сюда турельку. Такс. Откуда они знают, я не понимаю. Они всегда с самого начала знают. Давайте еще одну поставим, прямо вот так в упор, сволочи. Агрессивно. У него хиллер какой-то конченый. Вы просто посмотрите. По сути, у него хиллер, да, он нас мочит. Он мочит моего героя, по сути, это хиллер. Какого фига хиллер так играет? Так, это было очень больно, надо отойти. Умирать еще раз будет очень некрасиво, на самом деле. Блин, а наши союзники, они, конечно, умирают. Это да, это ужасно. Так.
Блин, хиллер очень дамажит сильно меня, я не знаю почему. Почему он такой жесткий? Это же хиллер, он не должен так играть. Отлично, молодец, Брок, отлично, отлично. Вот это было очень красиво. Другой наш герой зачем-то хочет слить. Но это его выбор. Надеюсь, он будет аккуратно играть. Так, давайте я здесь поставлю турель. Будем уже чисто от дефенда играть. Так, ничья? Нет, не ничья, пока выигрываем. Не-не-не-не, чуваки, вам надо рашить, иначе вы проиграли. Easy win, как говорится. Ну, Пенни затащила еле-еле, но это благодаря Броку. Брок очень даже неплохо там затащил пацана, когда мы в упор к нему стояли. Очень даже классно сыграл по итогу. А вот второй наш герой меня не очень порадовал, то есть наш союзник. Он почему-то очень агрессивно играл, из-за этого часто погибал. Ладно, давайте еще раз, еще один раз сыграем. Я думаю, плохо не будет. Сыграем, наверное, за тоже какого-нибудь другого героя. За кого мы можем сыграть с вами? За... Давайте сыграем с вами за... Даже не знаю кого... Давайте за Дэрила попробуем в новом режиме его, вот в Броуболе. Мне просто интересно, как он себя покажет в Броуболе. Мне кажется, очень хорошо должен показать. Ну вот, будет это так или нет, это мы сейчас узнаем. Так, у них механик, точнее взрывник. Блин, не туда сделал, вот минус мой. Именно из-за этого я сейчас и погиб. Я не знаю, как его супер работает, он как-то, блин, через стены что ли работает. То есть если... Вы чё, прикалываетесь? Нет! Серьезно? О! Лошара. Вы просто видели это? Да блин, ну все равно, ну где вы, где были союзники все это время были? Вы издеваетесь? Сколько я держал этих чуваков у ворот? Сколько они, блин... у нас один просто стоит. Ну ясно, вот это вот начинается, вот это вот всякое. Вот эти вот слитые чуваки, слитые матчи, все такое в таком духе. Вот просто в упор стоит чувак, просто наши игнорируют его. Они тупо даже не стреляют у него. Что это было вообще такое? Что это был за матч вообще? Брок тупо стоял, ни хрена не делал. Охренеть можно? Ладно, давайте еще раз. Мне это не понравилось, я хочу затащить все-таки. Надеюсь, в этот раз команда будет получше. Опять Брок, мне это опять не нравится на самом деле, потому что мне кажется, это тот же самый Брок. Хотя я, конечно, понимаю, что это далеко не тот же самый Брок. Так, она сюда пойдет? Нет, не пойдет. А, хочет умереть? Ну ладно. А, да, конечно, умереть она умрет, конечно же, когда я один рашу. Остальные наши два союзника просто стоят на базе и ни хрена не делают. Охренеть можно. Вы будете хоть что-то делать? У меня союзники сегодня будут вообще атаковать, там, я не знаю, пытаться забить гол или что-то типа того. Ну хотя бы что-то подобное, а? Нет? Слава тебе, господи, блин. А, хотел уже сказать, отобрал мяч. Ни хрена не отобрал мяч. Как он знал? А, мяч показывается. Только не говорите мне, что мяч показывается на карте. И даже если ты в кустах с мячом, то тебя видно. Вот это было, вот это отстойно, если это так. Кстати, там наши всех убили. По сути, они сейчас вот прямо могут забить гол. Давайте, тащите, пацаны. Молодцы. Хоть на что-то вы способны. Это, конечно, хорошо было. Но вначале, конечно, это они меня вообще подставили. Надеюсь, такого больше... Не повторится, серьезно, Брок выстрелил на их базу. То есть он выстрелил супером туда, где не было ни одного нашего чувака, где не было никого. И я сделал туда именно в этот момент телепорт. Серьезно? Просто вот серьезно? Чуваки, я попытался. Но у меня не получилось, потому что вы умерли. Ну, я тоже умер, конечно. Ну, блин, сделать телепорт, конечно, в ту же самую точку, блин, где запустил Брок эту хрень свою дурацкую. Это, конечно, был эпик фейл вообще. Так, мяч там лежит. Ну, здесь у меня не было шанса выжить. К сожалению, патронов не осталось. Я надеюсь, наши союзники хотя бы там затащат двоих-то. Потому что одного я задержал. Нет, не затащили, они просто слили. Ну, ясно. Это я агрессивно сыграл слишком, конечно. Неправильно, наверное, поступил. Но я понадеялся, опять же, на своих союзников, которые слили матч. Ну, вы издеваетесь. Чё вообще на нашей базе делает враг? Ясно. Давайте еще раз. Еще раз, мне это не устраивает. Я хочу победить все-таки по итогу. Капец, что-то мы все сливаем и сливаем. Почему мне... не получается. Опять же, блин, ну вот почему втроем на меня одного всегда идут, а мои союзники просто сидят на базе и не помогают мне рашить их. Ну, тем не менее, гол хотя бы забили. Ну, хоть что-то хорошо из-за того, что они нагрелись на меня. Они пропустили мяч. На, получай. Не, отдай мяч. Не, чувак. Да нифига себе, сколько раз я в тебя должен выстрелить, чтобы ты сдох-то? Капец, вы просто видели, сколько раз я попал в этого дурацкого чувака с мячом, у него просто какая-то непробиваемая броня.
Вот за это мне не нравится этот герой. Вы просто видели только что, как мы его все вместе мочили и в итоге еле-еле убили. На. Сейчас я постараюсь забить. Игра, игра! Я не мог двигаться только что, я вам серьезно скажу, я не мог сейчас двигаться. Я думал, вот сейчас я бегу, забегу и забью. И тут я не могу двигаться. Просто охерительно, на самом деле, вот это вот было с этой стороны. Так, иди, мяч. Давай, иди, я тебя прикрою. Я сделал все, что мог. Тащи. Молодец, отлично, молодец. Вот это командная игра, вот это я понимаю. Ладно, победка есть. Это можно и заканчивать на победке. Это чудо, одни поражения были в конце. На броуболе. Короче, он себя показывает посредственно, потому что он часто утыкается в стены какие-то. О, монетки. Давайте заберем себе монетки. И того у нас уже получается 300 монет. Можно улучшить одного из бойцов. Допустим, улучшим Ниту на этот раз за 290. Почему бы нет? Замечательно. Ну и на этом мы будем с вами оканчивать. С вами был Ник. Спасибо вам большое за просмотр. Это был Бравл Старс. Не очень хорошо, конечно, сыграли. Много слили, но... особенно в конце. Но в целом, ну, пойдет, так знаете, пойдет. В следующий раз постараемся уже сыграть получше. А на этом всем пока. Увидимся.